Эти несчастные глаза, наполненные болью, еще верят в чудо. У каждого из этих животных есть своя трагическая история. Коту Персику примерно 4,5 года, но определить его точный возраст можно только по зубам, признаются сотрудники приюта. Пожилая хозяйка умерла, квартиру опечатали, и кот оказался никому не нужен. Жил в подъезде до тех пор, пока его не подобрали добрые люди. Персик очень спокойный и ласковый, привит и кастрирован. Позволяет брать себя на руки, дает себя расчесывать, неприхотлив в еде. По словам директора приюта, который ищет коту новую семью, животных не отдают первым встречным. С людьми беседуют зоопсихологи и подбирают для них наиболее подходящие варианты. Человек может подобрать именно себе животное по характеру, по своей семье. Да, соответственно, если ребенок маленький, значит, там можно говорить об одном. Если совсем маленький, то отговорят наши специалисты, расскажут, что рановато и почему объяснят. В этом приюте постоянно находится около 100-120 постояльцев. Каждому оказывают всю необходимую помощь. Специалисты и волонтеры лечат животных, выкармливают малышей и находят им новых заботливых хозяев. Многие из тех, кто приходит забрать питомцев, выбирают не самых красивых, а самых несчастных. У тех, кого бросили на произвол судьбы и обрекли на голодную смерть, появляется шанс на спасение. Если вы любите животных, если вам нужен друг, настоящий друг, теплый друг, друг подготовленный, прошедший ветеринарный контроль и вакцинации, вы всегда можете обратиться к нам, позвонить в приют, прийти, мы поможем вам выбрать, поможем воспитать, поможем вырастить и даже дрессировать свою собаку. Приходите, мы всегда рады гостям. В приюте функционирует сразу несколько отделений. В родильном блоке вот уже 4 года работает волонтер Мария. Она проводит много времени с животными, ведь каждый постоялец нуждается в общении, человеческом внимании и заботе. Самое главное – это, естественно, терпение, любовь к самим животным, знать некоторые, естественно, особенности каждого животного, к ним привыкать. А так, ну, уже сугубо индивидуально. Если вы хотите взять животное к себе домой, окружить его теплом, заботой и лаской, позвоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Специалисты приюта помогут воспитать питомца, оказать помощь в лечении и консультировать хозяев. Все это абсолютно бесплатно. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.